Видео подготовлено сайтом online-gdz.energеометрия 10-11 класс, Атанасян, задание 867. Исследуйте взаимное расположение эллипса. Х в квадрате делить на 9 плюс y в квадрате делить на 4 равно 1. И гиперболы y равно 2 корня из 2 делить на х. Исследовать взаимное расположение – это значит найти общие точки, если они есть, и найти их координаты. Поэтому для того, чтобы найти координаты общих точек, нам нужно решить совместно вот эти два уравнения, то есть решить систему. Тогда подставим значение y, выраженное через x, в первое уравнение. Получим такое уравнение: x в квадрате делить на 9 плюс y в квадрате будет равно 2 корней из 2 в квадрате, это будет 8, делить на x в квадрате, и 4 там было, равно 1. Теперь приведем к общему знаменателю, получим 4x в квадрате плюс 72. Умножим все на знаменатель, получим 36х в квадрате в правой части. А здесь мы получим 4х в четвертой степени, потому что х в квадрате на 4х в квадрате. Тогда разделим все на 4, получим х в четвертой степени минус 9х в квадрате плюс на 4 разделим, получим 18 равно 0. Это биквадратное уравнение. В принципе, можно сделать замену, а можно без замены. С помощью теоремы Виета решить. Х квадрат будет равно, ну, свободный член – это произведение. Ну, возьмем 6,3. А второй коэффициент – это сумма корней с противоположным знаком. 6,3 с противоположным знаком – минус 9. Тогда х в квадрате будет равно 3. Ну, так сказать, х первое. Нет, не будем писать x первую, потому что здесь два корня получается. И у нас получается, что x равно минус корень из 3, и x также равно плюс корень из 3. Второй вариант: x в квадрате равно 6, а тогда x будет равно минус корню из 6, и x также будет равно плюс корень из 6. 4 варианта у нас получилось. Подсчитаем для каждого из вариантов y. Y тогда будет равен 2 корня из 2 делить на минус корень из 3. Это будет минус 2 корня из 2 третьих. А здесь у нас y будет плюс 2 корня из 2 третьих. Так, для x минус 6, y будет равно 2 корня из 2 разделить на минус корень из 6, это будет равно минус 2. Корень из 2 шестых, это будет корень из 1 трети. И y просто будет равно 2 корня из 1 трети. Тогда запишем ответ. Эллипс и гиперболы пересекаются в точках. Первая точка. Координата х минус корень из 6. Координата y будет минус. Ну, корень из 1 трети можно так записать. 2 разделить на корень из 3, чтобы не писать корень из единицы. Одна точка. Вторая точка. Так, минус корень из 3 по х запишем. И минус 2 корня из 2 третьих по y. Следующая координата. По х мы запишем корень из 3. По y это 2 корня из 2 третьих. И последняя точка.
корень из 6 по x, по y, это 2 делить на корень из 3. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.